преддверии Международного женского дня проходит традиционный конкурс для девушек в погонах. Универсальный солдат, именно так его назвали организаторы. Прекрасным участницам остается лишь пожелать удачи и успехов. Юлия Савченко в органах внутренних дел с 2014 года. Все это время она работала в Одинцовском управлении. Девушка признается, что свою профессию любит и считает важной, поскольку в борьбе с преступностью рождается справедливость. В конкурсе участвует впервые, но в себе уверена. Для меня это очень волнительно. Не знаю, что будет, но, конечно, надеюсь занять место, желательно какое-то призовое, потому что не просто так сюда приехала. Майор полиции Артем Останин проводит такие мероприятия ежегодно. Несмотря на то, что он пошел на повышение, прежних коллег не забывает. И вот уже 10 лет продолжает воплощать свою задумку. С улыбкой признается, здесь все ему стали родными. Хотелось подчеркнуть, что современная сотрудница, женщина, она настолько универсальный солдат, что гораздо больше функций, к сожалению, может быть, и к счастью, выполняет, чем мужчина. Да? Она и дома мама, повар, да, готовит вкусно, хозяйка, да, и на работе она успевает поработать, да, и детей в школу, в садик отвезти, привезти, и автоледи. 11 девушкам-полицейским и одной представительнице от молодежного парламента предстояло пройти 5 испытаний. Во время конкурса визитная карточка, в ходе которого девушки рассказывали о себе и демонстрировали свои таланты, выяснилось, что среди них много разносторонне одаренных людей. Модели, чемпионки по бодибилдингу, спортсменки и даже переводчики с редкого персидского языка. Коллеги по службе подготовили для красавиц и другие интересные испытания, выполнение которых строго оценивали члены Общественной палаты молодежного парламента, руководства Звенигородского отдела и члены Общественного совета УМВД России по Одинцовскому округу. Девушки-полицейские оказывали первую медицинскую помощь, накладывали повязку чепец, а затем демонстрировали навыки владения огнестрельным оружием, оформляли погоны. Прежде всего хочу поздравить всех сотрудниц МВД с 8 марта предстоящим. Я благодарю за то, что меня пригласили оценивать конкурсанток на такой замечательный конкурс. Девушки открыли себя не только со стороны работы в МВД, но и досуг, личная жизнь, увлечение. Они показали свою многогранность. Финальное испытание – кулинарный поединок. Конкурсантки заранее приготовили свои коронные блюда, которые смогли продегустировать и оценить не только члены жюри, но и гости. По итогам всех испытаний каждая участница получила памятный диплом, ценный приз от Общественного совета при УМВД и, конечно же, цветы. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».